принесли такую вот эксклюзивную вещь. Это, наверное, женщины все знают, потому что делают свои ногти, красят. Там ультрафиолетом должен запекаться этот лак. Так вставляют, и тут ультрафиолетовые светодиоды, которые запекают этот лак. И вот жалуется хозяйка, что мигают несколько светодиодов, даже тухнут, и не работает автоматический режим. Здесь есть режим 30 секунд, 60 секунд они работают, а вот автоматически. Автоматически это когда руку вставляешь, он должен срабатывать и само включаться. Ну, попробуем сделать. Надеюсь, будет интересно. Все-таки не всегда такую штуку приходится ремонтировать. Причем раньше это были лампы газоразрядные, ультрафиолетовые. Сейчас уже светодиодные. Новое такое веяние. Попробуем сделать. Немножко поработала, вот эта вот часть, вот это потухли. Это нехорошо. Поэтому сейчас разберем, посмотрим. Но автоматика действительно не работает. Не отключается, не включается. Так, ладно. Выключаем, разбираем. Почему не работает автоматика, понятно, что здесь кто-то уже лазил, пытался здесь ремонтировать, от датчика проводок отвалился. То есть один здесь датчик, передатчик, наверное, или тот, или другой, а другой приемник. Вот это, скорее всего, надо посмотреть. Один приемник, другой передатчик. Когда вставляешь и прерываешь между ними луч, получается, должно срабатывать. И уже отключено, вот было отключено. Сейчас мы восстановим этот датчик, попробуем восстановить и подключим назад это дело, а потом со светодиодами будем разбираться. Отремонтировал там светодиод, запаял нормально там, все заклеил хорошо, и сейчас вот срабатывает автоматически вот режим. Вот автоматический режим. Раз, два, раз, два. Вот прерываю здесь. Раз. Работает. Но светодиоды здесь. Вот этот не светится, еще какой-то здесь мигает. О, вот потухло.
Сейчас будем разбираться. Обнаружилось то, что когда пропадает свечение этих трех светодиодов, они подсоединены последовательно, поэтому когда нажимаю на вот этот светодиод, появляется свечение всех светодиодов. Сейчас попробую его пропаять. Проблема оказалась вот этих двух светодиодов. К сожалению, я такие новые пока не купил, поэтому надо как-то выходить из ситуации. Они 6-вольтовые. Для того, чтобы цепочку замкнуть, нужно, получается, поставить вместо светодиода сюда сопротивление. Вот как я сделал здесь. Этот блок уже работает. Сейчас второй запаяю и поставлю сюда. Ну, будет пока без двух светодиодов, но будут работать остальные. А потом найду, тогда уже поменяю, поставлю. Если я найду, конечно, это ультрафиолетовые светодиоды особенные. Еще попробую найти. Ну все, буду запаивать. Сопротивление поставил здесь 82 Ома, и вместо другого вот здесь тоже 82 Ома. Теперь она будет работать. Просто два штуки у нас не будут рабочие. Ну, вот второго нет. Проверяю неработающий светодиод. Он немного светится, потом нагревается и тухнет. Вот. Так он там работает. Поэтому он не годится. Нашел его параметры этого светодиода. Это ультрафиолетовый светодиод. Частота волны, тут два кристалла внутри. Один 365, другой 405 нанометров.
Напряжение питания от 6,8 до 7,2 вольта. Мощность 2 ватта. Ток от 100 до 150 миллиампер. Тип Б. Там есть два типа. У одного плюс с одной стороны, а минус с другой. Да, и можно купить по 30 гривен. То есть чуть дороже доллара. Так что закажу. После того, как получу, тогда мы восстановим полностью. А сейчас пока только будет вот такая вот у нас система. Без двух светодиодов. Один и второго нету. Вот. Двух нету. Ну, девушке надо работать. Поэтому пока отдаю так. Ну что, если понравилось, ставьте лайк. Смотрите дальше.